Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, которые нельзя оставлять и нужно сразу же их убирать для того, чтобы не навредить себе. Что это за вещи и почему мы считаем это так лучше всего делать? Далее в этом видео обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», включите уведомления и колокольчики, все уведомления, также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, для того, чтобы в нашем доме присутствовали только положительные энергии, нужно всегда содержать дом в чистоте. Как бы это ни звучало, но нужно соблюдать эти вот банальные правила. Нельзя допускать скопления пыли, грязи, потому что именно грязь, пыль, они моментально начинают притягивать негативные энергии и заполнять ними наш дом. А это привлекает к нам разные неприятности, какие-то неприятные моменты. Поэтому, чтобы этого не допускать, все нужно делать вовремя. Расставлять, разлаживать по местам, по полочкам. Также периодически проводить чистки не только поверхностей в доме, но и его энергетики, тем самым притягивая новые потоки созидательных положительных энергий. И если где-то скопился у вас негатив, сразу стараться убирать его. Потому что в доме с правильной энергетикой приятно находиться, в нем комфортно, уютно. А семья, живя в таком доме, она, как правило, всегда счастлива и благополучна. Редко кто, конечно, задумывается, что хозяйка следит за энергетикой своего дома, чтобы было все правильно. Она вкладывает в это много сил и стараний, ведь все не так просто, как кажется нам на первый взгляд. Ведь если полениться, что-то сделать в определенный момент и отложить на некоторое время, то можно навредить как семье, так и энергетике своего дома. Поэтому есть вещи, которые нельзя оставлять неубранными даже на несколько часов. Оставленная после еды посуда, знаете, будет притягивать к себе негатив. Если вы ее оставите на столе, а стол, мы помним, это сакральное место в нашем доме, то мы привлекаем неприятности и проблемы в семейную жизнь, которые приведут к разрыву семейных отношений, так как быстро будут заполнять наш дом. А оставленная в раковине посуда будет притягивать ваш дом потоки разрушительных энергий, так как вода, которая находится рядом, будет усиливать этот негатив. И вследствие у вас могут начаться финансовые проблемы, которые будут очень сложно решить. Поэтому лучше потратить еще 10 минут своего времени, но никогда не оставляйте грязную посуду. Пожалуйста, это вот важное правило. Многие лентяничают и говорят: а, я уберу завтра утром или я помою завтра утром. И это со временем накапливается и приводит к тому, к чему это приводит. Через входную дверь в наш дом поступают потоки положительных энергий, поэтому нельзя, чтобы возле входа в наш дом находилась грязная обувь, ведь вместо нужных вам энергий будут притягиваться плохие энергии, которые принесут вам множество различных неприятностей и неудач. Они зацепят всех членов вашей семьи. Вы пришли домой, вымойте сразу обувь и сложите в отведенное для этого место. Так не будет преград для потоков положительных энергий. А утром, проснувшись, всегда застилайте постель, ведь таким образом ваше спальное место будет окутываться негативом и отдавать его вам обратно во время сна. В тот момент, когда вы больше всего и не защищены. А это перекрывает поступление к вам хороших энергий и отталкивает счастье, удачу и благополучие из вашей жизни.
у вас все будет сложно и трудно получаться. Вы не сможете добиться того, о чем вы мечтаете, а ваши мечты так и останутся вашими мечтами. Также, если вы не будете застилать кровать, вы привлечете к себе бессонницу и эмоциональные проблемы, которые приведут вас к стрессу. Когда вы возвращаетесь домой с прогулки, с работы и так далее, сразу переодевайтесь и разлаживайте все ваши вещи по местам. Не нужно их раскидывать по дому, потому что такими поступками вы не только нарушаете всю чистоту и гармонию в своем доме, но вы и раскидываете по своему дому негатив, принесенный с улицы. Ведь за время пребывания на улице вы сталкиваетесь с разными людьми, и вы не знаете, что это за люди, с какой они энергетикой, и вы тем самым подбираете негатив на свою одежду. То же самое происходит, когда вы находитесь в общественном месте, в троллейбусе, в трамвае, в маршрутке. Как правило, мы там скапливаемся. Или другой момент, вам может кто-то позавидовать, а вы не знаете, потому что вещи, они впитывают окружающую энергетику. И вот такая вещь, она впитает в себя недобрый посыл. А вы пришли и кинули ее, например, на кровать или диван для отдыха. Как вы думаете, что принесет вам это? Неужели что-то хорошее? Конечно же нет. Такими поступками вы сами своими руками лишаете свое жилье крепкой энергетики, разбивая его целостность негативом, который впоследствии собирает и притягивает к себе еще больше негатив. Таким образом, вы получаете проблемы в работе, в учебе, постепенно разрушаете свой жизненный баланс. К столу нужно относиться с осторожностью и уважением, ведь он энергетически силен, и с его помощью можно как улучшить свою жизнь, так и навредить себе. Поэтому крошкам на столе также не место. Оставляя их на столе, вы будете этим притягивать в свой дом нищету и, что ужаснее, долги. Поэтому приучите себя сразу убирать со стола крошки и остатки еды, чтобы не навредить себе. Также нельзя смахивать крошки со стола рукой. Это также приводит к проблемам с деньгами. Для этого на кухне у вас должна быть специальная тряпочка или мочалка. Как видите, это достаточно простые и банальные правила, которых вы, придерживаясь, сможете изменить свою жизнь в худшую сторону, а можете наоборот притянуть к себе потоки положительных энергий, а нам это с вами и надо. Поэтому научитесь убирать вообще все ненужные вещи сразу. Это на самом деле очень просто, главное начать, а дальше это станет для вас хорошей привычкой. Ведь в чистый дом не только приятно зайти, но и в нем приятно находиться. В таком доме быстро будет восстанавливаться энергетическое поле не только ваше, но и всех членов семьи. А если у вас энергетически сильное биополе, вам никто не сможет навредить, а также у вас будет легко и удачно получаться все то, за что вы будете браться. И с вами всегда будет присутствовать и удача, и счастье, и благополучие, и финансовая стабильность. Это все будут вашими спутниками жизни. А мы с вами этого добиваемся. Но нужно научиться в каждой своей сфере, везде и всюду использовать определенные правила, советы, рекомендации, которые знали наши еще бабушки и наши предки. С вами, как всегда, друзья, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся с вами в следующем видео. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Обязательно переходите и смотрите, там много полезной, важной и интересной информации.